Я что-то там погавкать надо было, да? А нет, еще надо. Там никого нет, только ну ладно. А что там у нас? Тафонька скулит. Сечка, это вот как вот? Подошел, прям перед Сашей написал. Это вообще как? Вот это кто сделал? Сади, ты так сказал всем доброе утро? Совесть твоя где? Вот и Тафонька тут говорит доброе утро. И сколь. Мы сегодня же уезжаем. Что-то сегодня хотели пораньше встать. Я вообще думала, сегодня начну бегать. Заниматься спортом. Что-то как-то нет. Блин, мне так печет пижама. У меня серая пижама. Переодеться, что ли? Тафонька, на клумбу только не заходишь. Вчера папа посадил гладиолусы, которые он на окошке высаживал. Ну и что вы думаете? Наши псы, естественно, пошли сюда. Вот сломали тут уже. Вот этот вот цветочек сломали. Еще какой-то сломали. Так, даже не думаю. Даже не думаю. А смотри, Тафик вот смотрит. А может он в туалет хочет? Но Ставочка умничка. Он не какает на территорию, он какает только за территорией. Так это не относится к мелкому. Короче, Саша пошел с Тафи гулять за ворота. Как я уже сказала, Тафи у нас не может гулять, делать свои дела на территории. Он так пописать может, но крупное дело нет. Вот какой у нас молодечек. Причем у нас так все собаки. У нас тут жило, получается, 3 собаки. Когда вот бабушка, дедушка были, наши 2 собаки и бабушкина. И они также, они на территории не ходили. Ну, только у нас с Эдикой, естественно, исключение. Мы тут ходим, естественно, убираем за ним. Если находим его мины, то сразу убираем. Так, сегодня мы уезжаем в 2 часа где-то. Самое главное, чайник вылить с заваркой, потому что я про него вообще забыла. А сейчас я хочу почесать Сэдди и Тафи потом, потому что будем садиться в машину, и чтобы шерсти было меньше. Все звуки, какой чистый. Ой, не чистый, ухоженный. Вот до. На солнышке-то почесаться. Самое то. Даже не убегаешь? А что случилось? Ты такой уставший. С утра даже выходить на улицу не хотел. Дедушка еще. Папа еще мой спит. Он так долго вообще обычно не спит. Вот что делает этот свежий воздух. Работа. Он же тут много и косит. Смотрите, сидит, даже не двигается такой. Ну, чешите меня, так шибить. Ну, что, погуляли? Он покакал? Ну, вот видите, какой он и песен. Эдка, бери пример Стаси. Вот как папа покосил до сюда. Это все. У нас проспект. Красота. Ой, бабочка. Я что-то там погавкать надо было, да? А нет, еще надо. Там никого нет, только ну ладно. Зачем тебе охранный пес? Тафи, Сэдди, лаять надо на территории. А то все проходят. Кстати, мне кажется, что Тафка раньше лаял на прохожих. Сэдди, хватит уже. И лаешь, и боишься. Пойдем. Манюня. Пойдем, Тафочка, тебя теперь почешем. Хотела показать, что у нас Сэдика землеройка. Вырыл здесь ямку. Здесь ямку. И догадывается, ложится туда.
когда прохладно. Правда, там еще какие-то корешки находят, тоже жракает. И еще вот здесь тоже где-то, вот, вот здесь тоже вырыл ямку. Да? Я знаю, это ты. Это киса живет. Вот, блин, газон огрызся. Расчехлили. Иди сюда, что ты там около газонокосилки все стоишь? Ай! Че кусаешь? Так, ну что, время подошло уже собираться. Сейчас дня, через час мы уже поедем. Мальчики поехали выбрасывать мусор. Кстати, выбрасывали старые одеяла, которые, знаете, уже 100-летние. Там у нас штук 500 пледов, одеял, подушек, которые, знаете, уже вообще на них уже и опасно для здоровья спать. Значит, что? Знаете, я поняла, что я для новых зрителей даже не показала обзор нашей дачи. Поэтому в следующий раз, когда мы приедем, я обязательно это сделаю. Это просто дом уже закрыт. А здесь такой бардак, что, если честно, мне не очень хочется это показывать. Поэтому полный обзор я обязательно сделаю, когда мы в следующий раз приедем. Все, Тафонька, все, опять эта утка на улице. Да что ж такое-то? Уточка будет нас ждать здесь. Она говорит, кря-кря-кря. Не знаю, где мелкий. Сэдди, вон он. Ты что, уже готов домой ехать? В туалетку забегу на дорожку. Да? Ас, ничего не будет? Не, ничего не будет. Малыш что-то ставит. Кофе тоже тут оставляем и масло. Что-то скрыто. Холодильник я отключил, открыл дверки, все нормально. Можно тогда отключать, когда есть, да? Рыбка раз, рыбка два. Ну все, молодцы. Пусть не оба. Так, а что у нас тут? Мороженка стали, 8-й стакан. О, что-то нужно подставить. Да, зажигалка тут пусть останется. Да. Ну что, пацаны, как вам отдых? Классно. Песики, там уже как раз все остыло, кондиционер работает. Да это ермуха. Тимуш сегодня. Вот, видите, как упала наша избушка на курьих ножках. Вообще, когда у нас случился пожар, дедушка с бабушкой жили в этой бане какое-то время. Ну, долго достаточно. Ладно, мы в город. Надеемся, что очень скоро мы приедем сюда. Очень-очень скоро. Так что до скорой встречи, дачка. Мы поехали. С орехами. А вот. Блин, а! Была орешка. Так, давайте я положу сюда сумочку. Манюнки. Можно? Премного. А? Вот ключики возьмешь? Да, давай. Ну, сиди, двигайся. О! Это, который посвежее, это от гаража, а этот Ну все. Прямо 14.07, как планировали, а? Какие мы. Молодцы. Это Санечка у нас тут молодец такой. Ой, Мишка, кот-то. Да, Санечка?
масло домой. Ну что, куда ты повесишь? Домой? Домой надо срочно. Зайчик, ты даже не захотели гулять, дальше сразу домой побежали. Тафи. Тафи. У нас настолько уставшие кукурузы, что уже время, когда надо идти с ними гулять. Они даже не собираются. Они так устали. Дафонька, ну пойдем с тобой. Пойдем гулять. А папка чуть попозже с Эдикой придет. И мы сейчас с тобой пойдем. Тут такие грустные вообще тут лежали. Ну и грустные, и уставшие, конечно, дорогу тоже собачек выматывает. Гулять-то пойдем. И ты поднял голову. Ну ты пока подожди, ты же манюня. Ну чего ж поди. Да, ты прям побежал, да? Думает. Пойти, не пойти. Даже я на вашей даче, блин, за 5 дней нагулялся так. Я столько стирки привезла. Я привезла кучу полотенец. Господи, это вот это все. Еще там столько всего надо стирать. Вот это надо тоже уже высушить, убрать. Еще тоже надо все это разобрать. Конечно, я не люблю все эти разгребания после каких-то поездок. Но что делать? Пойдем так. Гулять пойдем. Гулять. Гулять.